Всем привет! Сегодня после работы решила быстренько забежать в Мегахенд. Сегодня здесь скидка 70%, и давайте посмотрим, что мне удастся найти. Сегодня я надела свое новое боди, юбку вельветовую, и вот эта толстовка, которую я недавно купила в твою, она вся просто изнутри линяет, и у меня все эти вещи просто в этом желтом пуху. Ну ладно, давайте не об этом, давайте посмотрим, что мне все-таки удалось найти. Первое, что буду примерять, это вот такой жакет от J. Crew. Он такой идет как трикотажный. Я его уже давненько приметила здесь, но не решалась примерить. Но так как сегодня вещей немного на примерку, решила примерить и показать вам. Вот так он смотрится на мне. Как по мне, так вот эти лацканы какие-то совсем куценькие. Он с виду новый, карманы все даже зашиты. Здесь единственное, мне понравились пуговицы интересные. Здесь внутри в рукавах, кстати, тоже подкладка присутствует. Такая контрастная. Еще один жакет, который я взяла на примерку, это вот такой фирмы. Он, конечно, полиэстровый. Здесь есть такие вставки а-ля кожаные. Интересные тоже пуговицы. Оценили его совсем недорого. Интересно, у него какой-то дизайн подразумевался, решила примерить. Да, дизайн интересный, возможно, смотрелся бы интересно, но верхняя часть вот эта, из-за того, что эта часть такая как трикотажная, она не держит форму и постоянно куда-то убегает. А никакого крючка, чтобы придержать, это нет. К тому же на меня он все-таки сел в обтяжку. Он такой маловат мне уже, скажем так. Но фасончик интересный. Но реализация, конечно, подкачала. Нашла два шерстяных свитера сегодня. Это вот такой горчичный. А на камере он больше в желтый уходит, но в жизни он такой приглушенный горчица с зеленоватым даже подтоном. Оценили, кстати, недорого для 100% шерсти, но он очень колючий. Я его пока примеряла, просто исчесалась вся. Ну, возможно, купание и полоскание в кондиционере бы спасли ситуацию. Здесь такой V-образный вырез, средняя длина, я его сейчас чуть-чуть подвернула. В принципе, на меня сел неплохо. Меня в последнее время прям потянуло на горчичные цвета, поэтому я вот эту толстовку-то купила. Недавно юбку, вы видели, недавно купила. Но водолазка горчичная, к сожалению, меня не дождалась, ее уже не было. Интересной находкой стала вот такая накидка, кардиганчик. Здесь есть 20% шерсти яка в составе. У нее необычный фасон, она сзади идет укороченная, а спереди вот таких два куска ткани, скажем так, с рюшами. Вот так он выглядит на мне. Черное на черном, конечно, плоховато видно в примерочной. Ну, в общем, такая спорная вещица, потому что верхнюю одежду какую-то укороченную под него не наденешь, это если вот только так вот в помещении накидывать, когда прохладно. На это боди оно не совсем еще налезло на меня адекватно, и рукав здесь укороченный. В общем, такая спорная вещица, а вы что скажете, вам такие нравятся? И вот второй свитер, про который я говорила, 100% шерсти, он уже такого изумрудного красивого цвета. Но оценили его уже дороже. Но для сегодняшней скидки цена вообще отличная. Мне кажется, это мужской свитер, но висел он почему-то в женском отделе. Здесь как-то странно вот эти плечевые швы уезжают вперед. Здесь тоже V-образный вырез. И под мои рыжие волосы, мне кажется, вот этот зеленый изумрудный цвет очень даже на контрасте хорошо смотрится. А вам какой больше понравился? Зеленый или горчичный. Еще одной интересной находкой стало платье вот такого красивого цвета. Здесь есть даже 50% шерсти, хотя я сначала подумала, что это полиэстер, скорее всего. Но нет, здесь есть 50% шерсти, такой благородный цвет. Какой-то баклажаново-сливовый. Мне здесь понравился вырез. А, и сбоку такая драпировочка еще, которая прикрывает все, что не нужно. Сзади есть шлица. Вот так она села на меня. Мне кажется, оригинально. Такой вырез я еще не встречала. Такая как фигурная скобочка получается. А как вам это платье?
Я насчет цвета только сомневаюсь, идет он мне сейчас или нет. А так фасон, модель, длина мне прям понравились. Пишите комментарии. Еще одно платье, которое я нашла на примерку. Мне очень понравился состав, потому что здесь и кашемир, и шерсть, и цвет такой приятный, бежевый. Ну, вот эти, конечно, трикотажные платья, они очень коварные, подчеркивают сразу все недостатки. И к тому же, когда я примеряла уже, нашла вот такую небольшую дырочку в районе плеча, но это было бы не критично, можно было бы зашить или что-то нашить, но вот это платье носить надо было, надо с идеальной фигурой и с бесшовным бельем, иначе оно смотрится странно, просто как какое-то нижнее платье, не знаю, чего-то не хватает. Шла я вообще поискать светлые джинсы к вот этому моему бархатному боди, я его купила недавно, чисто тоже после работы забежала в секонд-хенд, взяла и даже не примеряла, поэтому его вам не показывала, но почему-то мне оно видится со светлыми джинсами, а те, которые я покупала летом, мне кажется, я в них уже не влезу. Единственные, которые я нашла на примерку, это вот такие скинни с такими потертостями, практически дырками. Но мне кажется, здесь талия нужна повыше. Тогда смотреться будет лучше. И на выходе я уже схватила два шарфика. Один из них вот такой. Точнее, это палантинчик. У него хороший состав. Кашемир и шелк в составе. Состояние среднее, но мне вот под этот пуховичок новый для контраста, но в той же тональности, мне кажется, очень даже неплохо подошел. Поэтому его решила взять. Вот его состав. А на этом у меня все. Такое коротенькое видео, но вот так.